Итак, сегодня в Архангельске первая в этом году сессия областного собрания. В повестке 27 вопросов, включая рассмотрение стратегии социально-экономического развития региона и очередные поправки в бюджет. Одно из первых народные избранники обсудили возможность проведения референдума в регионе. Напомним, инициативная группа граждан выступила за предложение вынести на голосование вопрос, быть или не быть в Поморье отходом из других регионов. Областное собрание должно было дать заключение по этому вопросу. Той формулировке, которая сегодня представлена была в областное собрание, вопросы не соответствуют действующему федеральному закону. Прежде всего, закон номер 89 ФЗ об обращении с отходами на территории Российской Федерации. Дело в том, что ввести запрет на ввоз мусора из других субъектов Российской Федерации самостоятельно субъект Российской Федерации в рамках действующего федерального закона не может. Впрочем, депутаты в любом случае не смогли бы поддержать предложенные для референдума формулировки вопросов, поскольку отрицательное заключение уже дала и прокуратура.